Где-то далеко есть источник с чистой водой. Источник попадает в реку, где воды заражены производственными отходами и мусором. Для горожан воду очищают, но полностью очистить ее не удается. Попадая в водопроводные трубы, вода загрязняется снова. Вода в наших кранах опасна для употребления. Ее, конечно, можно фильтровать, но вода после фильтра не приносит организму никакой пользы. Многим кажется, что вода из скважины возле дома самая чистая. Это ошибка. В черте города вода, добытая из-под земли, не может быть чистой. В водоносные горизонты попадают все отходы нашей жизнедеятельности, в том числе тяжелые металлы и радиоактивные элементы. Вода из скважин в городах опасна для здоровья. Вода, ключ здоровья, рождается на большой глубине вдали от крупных городов. Эта вода имеет природную чистоту и минерализацию нейтрального состава. К месту продажи вода доставляется с соблюдением всех санитарных норм. Вы получаете воду в первозданном виде. Природная вода – ключ здоровья. Это чистая польза для организма.